Эти гигантские траки продолжают возить руду на Кумторе, экскаваторы ее нагребать. Завод продолжает работать, пусть и не в обычном штатном режиме в связи со сменой администрации. Накануне внедренного внешнего управляющего Тенгиза Бультурука представили сотрудникам. Около 4000 специалистов разного профиля, которые работают как на карьере, так и внутри комбината. Их заверили, что никаких сокращений не будет, предприятие не остановится. Каждый профкадр важен и нужен, особенно сейчас. Уже сегодня о положении дел на руднике рассказал сам Тенгиз Бультурук и, в частности, к чему привело то, что Центера отключила доступ местным специалистам к общей глобальной IT-системе. Мы говорим здесь о программе ЭЛИПС, управление всеми предприятиями, по которой работают все отделы, такие как снабжение, техническое обслуживание, финансовый отдел, все склады, обогатительная фабрика, инженерный и другие отделы. Без данной программы очень сильно усложнялась работа, и все перешло в ручной режим. Также заблокированы программы RM Soft, программа для отдела кадров, управления всеми сотрудниками. Заблокирована компания Soft Gemcom DataMine, которую мы используем обычно для горных и инженерных работ, геологических работ, буровзрывным отделом для горных работ и планирование всех горнорудных работ на открытом карьере. Также приостановлена программа Blast Maker для управления всеми буровыми работами на руднике. Блокировка технических программ она остановила на время работу рудника, парализовала ее работу. Тенгиз Бультурук сообщил, что по факту всех этих действий составлены протоколы и свидетельские показания зафиксированы, после чего удалось перевести оборудование и системы в ручной режим. Меж тем, Бультурук подчеркивает, что менеджмент Центера и сейчас опровергает, что ограничение доступа к автоматизированным системам управления оказали вред на работу предприятия. Заодно отключили программу мониторинга за стабильным состоянием бортов карьера, где добывается руда, и за мониторингом стабильности состояния ледников. В 2019 году в результате движения ледника Лысого погибли 2 человека. И система мониторинга была не настолько модернизована, как она была в последнее время. Чтобы там так, в то время не было системы раннего оповещения. Сейчас она была до последнего времени, пока сотрудники Кумтор Голд Компани не отменили или не заблокировали вот эту систему. В данный момент работа более или менее стабилизирована. Вся компьютерная система в офисе в столице и на руднике контролировалась Центерой в Торонто. Они, отмечает Бультурук, регулируют доступ к базе данных удаленно. И на каждом из задействованных компьютеров при попытке местных сотрудников их подключить сработала внезапно программа на уничтожение. Все жесткие диски были отформатированы. Что еще обнаружило новое руководство, так это намеренный разрыв контрактов с поставщиками. Тенгиз Бультурук уже разослал всем партнерам письма с тем, чтобы поставки возобновили. Все, что можно, сейчас мы предприняли, чтобы людям мы могли выплатить зарплату и делать первичные закупы, которые тоже, кстати, были отменены еще неделю назад. Также приехавший сегодня с рудника Акылбек Джапаров рассказывает, что спешно уехавший из страны менеджмент Центера перевел всю техническую документацию по работе объекта за все годы его функционирования в другое облачное хранилище. Так что теперь отечественные IT-специалисты пытаются обеспечить доступ к нему. Если не получится, будут привлекать сторонних профессионалов в этой сфере. Поставленное кыргызским кабмином руководство должно не просто наладить работу на Кумторе, но и выстроить ее так, чтобы она не вредила экологии. Через 2 недели будет антикризисный план. Вы знаете, сам завод в год перерабатывает около 5 миллионов тонн руды. Откуда брать, как брать, это все предусмотрено. Но в дальнейшем мы поставили условия, и временный управляющий сам на это стремится, чтобы дальнейшего складирования на ледников не было. Но для этого, я еще раз говорю, должен быть разработан технологический план. И по закону мы должны получить у правительства все соответствующие разрешения. И на это мы посмотрим. Конечно, потребуются дополнительные деньги. Примеров того, как сложные недра осваиваются подземным путем, немало. В Финляндии, например, добыча на одном из месторождений идет на глубине 1500 метров. А если цена на золото в ближайшее время еще и вырастет, к чему ведет текущая тенденция, любая подземная разработка, отмечают специалисты, себя окупит, какой бы сложной и дорогостоящей она не была. Наши гляциологи, это ученые в Академии наук, говорили о том, что можно переместить ледник
из одного места в другое складировать, и тогда появляется другой ледник, да? Но они вместо этого, они начали все вперемешку с другим грантом, с пустой породой, все это смешивать. Дальнейшего вот этого урона и экологического экоцида не будет. А подземная разработка мы потянем? Мы потянем, потому что под землей, по словам Тенгиза Бельтрюка, находится от 120 до 300 тонн именно самой лучшей, так скажем, лучшего количества породы на одну тонну, да, до сих пор это осталось. По словам Джапарова, республика сможет это сделать, механизм уже есть, через так называемые револьверные кредиты, выдавая которые будет закупаться сырье, продаваться золото и снова по кругу. Основным покупателям предлагается Нацбанк. Финансов у вас позволяет, там же не 10 килограмм вы же будете покупать. И резервов достаточно, и сомов достаточно. Достаточно, когда ликвидности будет, достаточно. Когда будет предложение, мы его рассмотрим. Когда мы посмотрим на это предложение. Пока на сегодняшний момент мы, Национальный банк, на протяжении последних 5 лет покупаем очень много золота. И это все в рамках существующей денежно-кредитной политики. То есть там все механизмы, они отработаны. А тем временем все эти перемены с управлением золоторудным месторождением Кумтор состоялись на основании не только выводов Государственной комиссии, но и отталкиваясь от решений районного Октябрьского суда об удовлетворении исков гражданских активистов, которые несколько лет добивались слушаний их претензий по нарушению в отношении экологии. Основные факты, которые мы представили на суде в виде претензий, это складирование пустой породы на ледниках. Но мы об этом говорим еще с 2013 года. Тогда еще все это выявили и показали. Обратились в Жетигузский суд, но заявление наше не приняли. В 2014 году межрайонный Бишкекский суд, но и там нам отказали. И вот столько лет спустя смогли наконец добиться решения. Мы наняли адвокатов. Они представляли нашу позицию. Юристы работали вместе с Госкомитетом экологии и климата. Там нам представили информацию, документы, связанные с экологическими нормами и фактическим состоянием окружающей среды. Даже если менеджмент Центерры это районное решение обжалуют, и в следующих инстанциях, национальных судах и в международных, мы примем участие и выиграем. Потому что в соглашении 2009 года четко написано, что вопросы экологии регулируются внутренним законодательством нашей республики. А его положения были нарушены. Скотт Перри и сегодня напомнил, что они готовы разбираться с Кыргызстаном в арбитражном суде. В онлайн-конференции он отметил, что иск будет рассматривать единоличный арбитр в рамках арбитражного разбирательства в Стокгольме. Оно пройдет по правилам комиссии ООН по праву международной торговли Юнистрал. У сторон есть 28 дней, чтобы согласовать выбор арбитра. В противном случае Центера попросит постоянную палату Третейского суда в Гааге назначить этого арбитра. Как только он будет назначен, Центера намерена просить вынесение решение о временном судебном запрете и обеспечительных мерах. Другими словами, республике, чтобы отстоять свою правду, сегодня необходимо ответственно подготовиться к встрече с оппонентами в суде. У себя здесь, в национальных судах, в соответствии с национальным законодательством, доказать факт пренебрежительного варварского отношения в отношении экологии, это как раз таки и будет главным нашим аргументом в разбирательстве в международных судах. Первый фактор – это коррупционность соглашения 2003-2009 год. Там были замешаны высший эшелон власти, переводы, счета, куда уходили деньги. И все это будет доказательной базой в рассмотрении вопросов в международных судах. А по правилам Юнситрал в международных судах главный акцент делается на коррупцию и на экологии. Если по двум вот этим компонентам нам удастся, и мы думаем, мы уверены, что мы это докажем, в международных судах у нас шансы большие. Тактика нашей стороны в международном арбитраже, отмечает Алмамбет Шекмаматов, должна строиться на фактах разрушения экологии и коррупционности всех соглашений, к которым намерены обратиться менеджеры Центеры. Елена Яковлева, Владимир Кулбалдеев, НТС.